Всем привет, народ! Всех снова рад приветствовать на канале Рулим Ливым. Сегодня я перед вами вот такой вот весь, наконец-то, постриженный, в более-менее нормальном виде. Вот, так что, вот. Сегодня у нас такая темка. Да, заранее, конечно, извиняюсь за сумбур, да, я, наверное, сегодня много буду заикаться, запинаться, так как не особо могу сформулировать данную тему, да, но все-таки вот решил на эту тему поговорить, записать про нее видосик. Да, дело в том, что недавно эта тема у меня всплыла как бы в мозгу, когда мы, значит, в моей группе, значит, «Чат Рулем», известной вам группе, да, в комментариях под одним из моих видео развели спор с Копаем Ильей, да? И он там написал такие вещи, как бы, которые меня сподвигли на данную тему. А именно, как бы, про доход, да, вот про доход, про семейную копилку, вот общую, да? Что сказать-то хочу? Вот, в общем, речь пойдет у нас сегодня о том, как выгоднее жить, то есть в финансовом плане, да, выгоднее жить одному, либо выгоднее жить в семье. Вот и давайте как вот разберем, да, этот вопрос. Вот возьму как бы себя, да. Мой доход ежемесячный составляет где-то в районе 20 тысяч, да, рублей. Это и пособие, как бы, здесь по инвалидности, и как бы и приработок в интернете, да. Все вместе где-то 20, иногда 21, в лучшем случае 22 тысячи. Вот, но это уже совсем шикарно, 22 это уже совсем шикарно. Ну, средний 20 тысяч. Иногда даже бывает 19. Летом было и 18, когда я, извините, хуи валял к стенке, представлял, все лето не работал, как бы, да, практически. Ну, работал там по мелочи, как бы, да, вот. А так, в общем, среднее берем 20 тысяч. Вот. И, как бы, да, вот, я считаю, как бы, да, вот, лично я, мне бы, да, я бы на 20 тысяч, в принципе, один бы, как бы, прожил легко, как бы, да. Мой оппонент, как бы, вот, подкопав меня, да, в моем комментарии со мной, в споре со мной, сказал, что, типа, одному на такие деньги не прожить, как бы, там, то есть, он взял там за основу там то, что нужны деньги и на одежду, и на питание, и на развлечения, и так далее, и тому подобное. То есть, если ты там, допустим, хочешь сделать в своей квартире, допустим, ремонт, то тебе этого точно как бы, как он написал, тебе не хватит. То есть, ты не сможешь уплатить услуги того, кто тебе будет делать ремонт, там, материалы, которые там, тебе нужно закупить там, обои там и все прочее, да. Знаете, вот, я не знаю, ну, конечно, тут и такая тема довольно-таки специфическая в том плане, что каждый живет, понимаете, по-разному, да. Даже вот взять тот же ремонт. Кто-то задвинет ремонт как бы супер-пупер, да, купит самые дорогие материалы и пригласит самых дорогих специалистов, а кто-то обойдется дешевым, понимаете? Ремонт ремонту тоже рознь. Та же и одежда, да, можно купить в секонд-хенде, да, приличные какие-то вещи, которые и прилично выглядят, как бы, и дорого, и стоят как бы дешево. А можно пойти в наш какой-нибудь магазин, бутик, как там, извините, куртка, на нее без слез не взглянешь, а она там будет стоить там порядка 15 рублей, да. То есть, как бы, тут можно выбирать, ведь, товарищи, тут, благо, выбор сейчас есть, и он велик, вот. Какие-то там, допустим, вещи, электронику, там, телефон, там, что-то такое, вообще можно купить на Алиэкспрессе за вообще за, как бы, ну,
за мизерные деньги. То есть тут, понимаете, по доходам и расход, как у меня бабушка моя покойная любила говорить, она там что-нибудь, допустим, ей скажет, она скажет там по доходам и расходам. Вот. И как бы вот, значит, вот то, что и в чем смысл видео моего, да? Можно жить как бы одному, да, на свои доходы, то есть вот твой кусок, твои 20 тысяч, ну, мои в данном случае, да, 20 тысяч, и вот я, допустим, могу жить один, да. А как вот где мы живем в семье, как бы, да, я живу с родителями, и у нас казна как бы общая, то есть, да, нет, не оставляешь там себе какие-то там деньги, да, естественно, но по большей части я все отдаю в общую казну. То есть пенсию я, допустим, свою полностью отдаю в общую казну, да, ни рубля оттуда практически совершенно не беру. Вот. И как бы, то есть, мама получает деньги, отец получает деньги, я получаю деньги. Получается общая как бы казна, да? То есть, допустим, если ты задумал сделать какое-то дело, допустим, у тебя сломался компьютер, к примеру говоря, да? И ты тебе проще купить компьютер, как бы взять деньги из общей казны, да, тем более, что компьютером пользуются как бы все, да. А если бы ты жил один, то есть, допустим, грубо говоря, там у нас вот общая казна, я не знаю, там, ну, я даже не знаю, сколько там, где-то, ну, порядка 40 тысяч, да, что ты, значит, взял 40 тысяч, 40 тысяч взял там какую-то часть, да, пошел купил какой-то деталь, компьютер или что-то там, да, или как-то ты скопил за несколько месяцев, допустим, раз, там, месяц, в один месяц с этих 40 тысяч взял кусочек определенный, на другой месяц взял кусочек определенный, отложил там, как-то ты все скопил, пошел купил комп, да. А что ты из 20 тысяч будешь как-то выкраивать эти кусочки? То есть, ну, как бы разные, то есть, как бы, ну, то есть, вроде бы как, с одной стороны, взять и жить в семье и иметь общую казну, с одной стороны, вроде как удобнее, да? А давайте рассудим с другой стороны, да? То есть, допустим, вот, предположим, вот общая казна, да, и вот кто-то постоянно из этой казны постоянно сосет один на свои расходы, да. Ну, не знаю, там, к примеру, допустим, взять, не будем брать мою семью, да, у нас как бы с этим проблем никаких нет, но бывают же такие семьи, у которых вот общая казна, а сосет тот один. Предположим, вот, допустим, живут там муж с женой, там, и, допустим, ребенок, да, а жена там, допустим, к примеру говоря, любит ходить там по каким-нибудь там салонам красоты, делать педикюр и прочее, да, и она постоянно сосет из этой казны. А тебе как бы уже ничего и не достается, как бы, и дети твои как бы ничего особого не видят, да, то есть все высасывает твоя жена, как бы, да, и ты как бы сидишь такой и думаешь, а когда мне это достанется, а никогда не достанется, понимаешь? То значит, детям что-то понадобилось, то значит, как бы, нет, ну дети, ладно, дети это наше все, как бы, дети мы должны покупать, это все, это другое, как бы, да. Ну вот, ну я не знаю, вот, ну, какие-то другие взять примеры, у кого-то там, может быть, родители высасывают, там, или, там, ну, я имею в виду, родители уже такие взрослые, да, вы взрослые, и родители у вас взрослые, то есть, ну, не важно кто, ну, кто-то один, короче говоря, высасывает из семейного бюджета весь семейный бюджет. А другие, как бы, грубо говоря, не видят ничего. И, как бы, ну, там что-то видят, но в малом, так скажем, количестве, да. И вот из этого, как бы, стоит задуматься, как бы, а как оно лучше-то иметь-то свой бюджет, раздельный, как бы, бюджет, да. Или иметь, как бы, общую казну. Что лучше, тут, знаете, как бы, если так вот задуматься, то палка-то о двух концах. Вот. Я вот знаю, значит, одну девушку, как бы, да, она сейчас, не будем называть имен, если посмотрит она это видео, она догадается, о ком речь, ну, тогда, ладно, тогда догадается. А так, называть имен не будем, в общем, знаю я одну девушку, сейчас она живет, значит, с парнем,
живут они у нее дома, вот, и у них раздельный бюджет, как бы, у них семья, они собирают, они планируют свадьбу, все дела, вот, и у них, как бы, раздельный бюджет, то есть у нее свои деньги, у нее свои деньги. Хрен его знает. Мне, с одной стороны, как-то это кажется диковато, да? То есть мне, человеку, который живет в семье и всю жизнь жил так, что копилка у нас для семьи была общая, да? Вот это как-то мне диковато. То есть я... Не знаю, я... То есть как так может быть? Хрен его знает. Ну а как же решать какие-то семейные бытовые проблемы? Кто будет делать стереоремонт какие-то? Каждый будет тогда перекладывать на друг на друга. То есть иди ты купи, нет, иди ты купи, что ли? Я не знаю, как. Не знаю, мне не понять, как можно жить. С одной стороны, мне не понять, как можно жить в семье с раздельным, чтобы у каждого был раздельный бюджет. А с другой стороны, бывают вот такие, я говорю, случаи, как раз вот кто-то высасывает семейный бюджет один, а ты как бы сидишь и ни хрена не видишь. Вот это тоже плохо, с одной стороны, да. И вот хрен его знает, как оно лучше. Вот давайте устроим, во-первых, голосование ВКонтакте по этому поводу, и давайте пишите свои комменты, как бы вот, как вы думаете, что лучше. Вот именно в этом плане, когда вот кто-то высасывает семейный бюджет один, как с этим бороться? И что вы вообще об этом думаете? Может быть, я как бы загоняюсь, ну, как бы что-то неправильно понимаю и так далее, то вы тогда мне разъясните, объясните и давайте как бы подискутируем, в общем, на эту тему. Как всегда, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если это необходимо. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующих видосах. Всегда ваш Василий Руль. Пока.